Вот это прямоугольная шаль, связана по типу оренбургского платка. Она только связана, еще не стирана, не растянута, без блокировки и без стирки. Только связана. Вот такая здоровенная шаль. Это сейчас постираем, натянем, посмотрим, какого размера она потом получится. Должна быть больше, я так понимаю. Это первая работа, поэтому связана с козьего пуха и овечьей шерсти 50 на 50. А размер ее какой? Не знаю. Ясно. После сушки будет видно, да? Да. Все понятно. Предположительно, это 1,30 м. Это небольшой анонс. Сейчас мы покажем вам вот такую шаль, а потом будет еще связана еще одна шаль другого образца. Ты сказал, мне не надо. Я снимаю, давай будем это снимать. После стирки вот эта вот шаль растягивается на булавочки. Вот на такие симпатичненькие, красивенькие булавочки. На твердую поверхность. Твердой поверхностью у нас выступает ковер. Вот такой. И выкладывается вот такой рисуночек. За каждую волну зацепляется, за каждый зубчик зацепляется булавочка. Вот таким вот образом. По всему периметру. Растягивается, но так, чтобы не порвать. И в таком виде она будет сушиться. Вот такая получается шаль на растяжках. Вот она лежит, сохнет. Вот такого она размера. А вот шаль высохла. Сохла она довольно-таки быстро. 52, наверное, да? 3. Не засекала. За вечер высохла. За вечер высохла. А, ну солнышко еще стояло. А теперь уже, ну, 4 часа, наверное. Теперь иголочки убираем. Освобождаем. Замечательная сухая шаль.